Володимир Алексєєв, голова Миколаївського джаз-клубу, маестро в перформанс-біг-бенд, завідувач відділу Миколаївського державного вищого музичного училища. Організатор численних джаз-фестів і конкурсів. Улюблена справа – музика, хобі. Улюблена справа – музика. Організатор численних джаз-фестів і конкурсів. Улюблена справа – музика. Хобі – швидка їзда на мотоциклі. Отже, у нас у студії Володимир Алексєєв. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго всім ранку. Чи є вже ось цей новорічний настрій? Звісно, є. Ви так правда сказали, що там більше за всіх зробили. Я там, Хоча на російську вже, якщо можна, перейду, то ні сторонніх таких там заявлень, много людей, хто що делает. Ну, бувайте правді в очі за 2018 рік, принаймні, так реально і було. Ну, много чого, є що вспомнить. Ну, то давайте згадаємо. Нічого не можу розказати. 2018 рік вже залишилось буквально, я не знаю, годин 12, навіть менше. А, ні, навіть більше, трошечки більше. Коротше кажучи, давайте підіб'ємо підсумки. За цей рік реально було купа шалених, крутих концертів, проєктів, яких взагалі нічого подібного я не бачив, не чув. Давайте згадаємо 2018 рік, згадаємо, як все пройшло, і такі ось найгучніші концерти, проєкти. Да, есть что вспомнить, о чем говорить. Я даже вот набросал себе чуть-чуть, чтобы не забыть чего. Наверное, одно из ярких событий в начале года это была битва рок против джаза на бис, которая проходила в Николаеве в конце февраля, и параллельно мы еще Херсон зацепили. Там как бы презентовали наш проект, который изначально был сделан в 2017 году, в конце, и настолько всем понравился, мы сами не ожидали такой хорошей реакции. В принципе, вы очікували, что будет один концерт від Луна, и все, и докупали. Да, мы сделали хороший концерт, где собрали почти все роковые команды города, исполнителей ярких, и соединили это все с оркестром. То есть где на сцене, кто не видел, то происходило, в принципе, шоу нету объективно аналогов, потому что с симфоническими оркестрами достаточно много каких-то проектов, их даже в Украине там штук 5. Вот. С джазовым оркестром нет ни одного, и в джазовом оркестре есть своя прелесть, своя сила, своя мощь, потому что даже в симфоническом оркестре нет столько духовых инструментов, сколько есть именно в джазовом. И плюс возможность импровизации. Это взагалі импровизация официально. Конечно, мы там прописаны, я пропишу аранжировки, все. Плюс полностью весь проект авторский, то есть вся музыка, которую мы там играем, все аранжировки, я лично их пишу, и они ниоткуда там не скачаны, ни с кого-то там не сняты. Поэтому проект получился действительно интересный. На другой половине сцены, с одной стороны сидит оркестр, с другой стороны меняются роковые команды, две барабанных установки, куча гитар. В общем, это все здорово. Да, этим людям очень понравилось. И да, мы сделали на бис. Вот это такое яркое начало. Это 2018 год, так? Да, потом, мне кажется, достаточно ярким и громким тоже событием был приезд к 8 примерно там марта. 8-9 у нас были в Николаеве тоже и в Херсоне концерты с Аланом Харрисом. Это чисто джазовые концерты без... с хорошим традиционным джазом, без помеси. Он обаятельнейший исполнитель. Он уже второй раз, по-моему, приезжает в Николаев. Мы его приглашаем. Вот. И очень нравится именно поклонникам хорошего джаза. Было очень круто с Аланом Харрисом вновь выступать и в Херсоне порадовать людей, и здесь. Это в Украине только два места, да. Так? Нет, еще был, по-моему, или Киев, или Одесса, но без уже без оркестра. Буквально Ятірка три. И да, Миколаїв, да, да, нет, нет, три города буквально. А, да. Вот. Потом с перформанс биг бендом, нашим основным, базовым оркестром, с которым мы делаем большинство проектов. То было только в двух городах. Потом 1 апреля мы решили пошутить и задумали как-то, день смеха, день юмора, мы сделали... Треба ж теж відзначитись. Под условным названием «Развеселый концерт».
Очень много играем веселой музыки с разными другими проектами, там, в частности с Radio Stars. И решили соединить группу Radio Stars и Performance Big Band, и где играли хиты Ляписа. Шансон. Нет, шансона не было, ни в коем случае. Нет. До этого мы не дошли. Это мы смеялись, что следующим проектом будет через некоторое время. Вот битва там первая, уже вторая часть была, до нее дойдем там третья, а вот какая-нибудь пятая будет. Шансон про треп. Шансон, да. Але ще цікаво, що в битві ж перемагає музика. Так, 100%. Тобто в битві рок проти джазу ціль основна, тобто наоборот, що незалежно від того, любите ви джаз чи рок, що різні, поклонники різної музики приходять, всі уходять довольні, що побіждає в першу чергу ідея об'єднуюча. Короче говоря, возвращаемся к 1 апреля. Развеселый концерт, где и был и там где-то и Ленинград, и из дуб шиз дуб, и всякое. То есть было очень много именно... Заводная драйвовая да, 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 веселой танцевальной музыки, и Мумитроль, и куча всего. Можно было и поспевать, и подруговать, правильно? Да. В общем, короче говоря, много всего. Вот, это было тоже здорово и тоже приятно, то, что люди спрашивают, вот, а будет ли в этом году, ну вот в будущем, может, в 2019-м, вторая часть. И я, ну, мы будем делать тоже, как бы, то есть это будет другая так, программа. Это может, анонс. Да. Да, можно смело считать это анонсом, что 1 апреля 2019 года в концерт-холле «Юность» будет веселый концерт, вторая часть, где будет очень много веселой музыки, под которую просто невозможно сидеть. «Юность» превращается просто в особенно перед сценой, в сплошной танцпол. Можно вынести вот эти вот стильси, так звіти. Кстати, обсуждали это и в новом проекте «Юности», который, да, есть, предусматривается то, что средняя часть, она будет убираться, то есть будет возможность сделать полноценную фан-зону. Дай Бог нашим депутатам уверенности и сил проголосовать за фінансування цих проєктів. Ми будемо за цим обов'язково слідкувати. Так, да. Ну, проєкт є. І коли йому просто дадуть зелений світ, залежить не від нас. Ну, але зараз не про юність. Да. Потім в апрелі у нас був джазовий, вже третій джазовий конкурс, на який з'їжджається з усієї України, де сидять жюрі, конкурс «Перформанс джаз», де жюрі лучші джазові музиканти України, приїжджають з Одеси, з Києва, з Львова, з Дніпра, з Харкова, з Кривого Рога. И Миколаев стоит. А да, тільки да. З України, и, да, можливо... Только с Украины, да, только с Украины, но это хороший всеукраинский конкурс, который мы основали 3 года назад, и очень рады, то, что он имеет резонанс. Это ваша инициатива, так? Да, то есть это придумала в свое время этот конкурс Татьяна Орлова очень давно, где-то, наверное, в 2011 году, и вот только, в 2016 году до него дошли руки, вот і вже, ну, це не зря. Ну, головне, що є результат, так, і буде да. Продовження. Вот. Летом у нас було много всего тоже хорошего. Я думаю, я бы так ярко выделил полюбившийся тоже Николаевцу наш проект «Джаз на воде», когда мы просто с джазовым квартетом своим играли в концерт прямо на палубе. Катамараном, да, то есть, да, да, да. И людям очень нравится то, что они отдыхают, и при этом звучит живая музыка, мы общаемся, то есть хорошая, красивая, приятная атмосфера, кто-то фотографируется. Да, то есть буквально там помещается, по-моему, там что-то около 70 человек, ну 70-80, вот, на верхней палубе, вот, тоже впервые мы это сделали в 2017 году на День музыки 1 октября было холодно, но несмотря на это... Вот я как раз туди и потрапила. Да, и в этом году мы тоже плавали, ну, ходили, вернее... Так, моряки ходят, да. Ходили с летом и вплоть до и в августе, и в сентябре, и даже, по-моему, там в начале октября было тепленько, было, по-моему. Вот. И также вот пару проектов, у нас пару концертов было в театре, в джаз-театре, где именно на летнем дворике тоже людям нравится сидеть на природе и звучит хорошая музыка. Можно вот. Разная. Да, можно делать это. Вот. Хорошо, ярко мы тоже летом, наверное, ну, мне кажется, ярко сделали День молодежи, отыграли, и тоже с Performance Big Band, и с Radio Stars. Это было яркое, хорошее. Мне нравится то, что с каждым годом, вот тоже благодаря и управлению культуры, и управлению по делам семьи, молодежи, городским, они с каждым годом стараются все лучше и лучше делать эти праздники.
для людей. Більше они привлекают туда боль, то есть интереснее программа подбирается, лучше финансируется, соответственно, больше людей подтягивается. И організатори великі, молодці, приємно, ну, сотрудничати. Сьогодні, 31 грудня, новорічний святковий настрій. Да. Я розумію, що так само щось плануєте зробити. На 2019 рік. На 2019 рік. Саме сьогодні. Саме сьогодні? Так, чи будете ви музичне? На Соборній площі? Так, да. Ну, саме я буду, але і не на сцені, але після першої ночі на сцені будуть... Тобто все ж таки вже 2019. Вже 19-го, да, будуть на сцені і Радіо Старс, і Тетяна Орлова, і вони трошки поспівають для наших людей. Сподіваємося, що буде тепленько, бо там буде УФО на сцені стоять кілька. Для людей буде... Я зрозумію, якщо будуть конкурси, точно то тепленько. Всі будуть вибігати в лідці, так? Ну, можливо, можливо. Да, буде класно, пограємо. Ну, сьогодні веселу. І виключно весело, і музику для людей на площі. І підводячи ще за 2018, можна сказати, що, опять вернусь на російську, ми зробили битву вторую часть, яка була 3 декабря. Це була абсолютно нова програма, немножко більше сучасного року. І теж дуже приємно, що опять у нас аншлаг, людям дуже подобалось, все круто. И тоже спрашивают, а будет ли снова? Будет 23 февраля, в субботу, потому что мы этот раз получится у нас в понедельник. Еще недолго. Вот, да, да, ну, то есть и будем. Уже на 23 февраля, на субботу, по многочисленным просьбам, чтобы это был выходной день, чтобы можно было после концерта продолжить отдыхать, будет битва «Рок против джаза», вторая часть, на бис. Вот, так что будет очень здорово. За джубили не могу не сказать. 11-й фестиваль джазовый джубили. Уже был 10-й, и сами не верится, что уже 11-й каждый год, которым был очень крутой исполнитель из Америки. И он, ну, как бы он афроамериканец, но из Европы. Кит Дан. Очень классный блюзовый исполнитель. Крутой детский оркестр из Киева, который играл на саммитах президента даже 2 раза. То есть, ну, было очень, очень было здорово. Мне кажется, приятно, когда есть что вспомнить. Видимо, мы общаемся, общаемся. Смотрите, сколько людей за 2000... Да, только за один год, да. Ми вас вітаємо з прийдешнім Новим Я роком та вітаю. Всіми новорічними святами і бажаємо вам натхнення, успіхів, ну і, звісно, всього-всього найкращого. Дякую вам. Також всім вам і нашим глядачам.